Ну, а тем временем в Одессе суд отказался выпустить из-под стражи фигуранта резонансного дела о пожаре в лагере «Виктория» Петроса Саркисяна. Судья согласился с доводами прокуратуры о том, что бывший директор лагеря может влиять на следствие и уничтожить улики. Напомню, трагедия в «Виктории» случилась осенью прошлого года. В детском лагере вспыхнул пожар, в результате которого погибли 3 девочки. Саркисяна подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, но сам он заявляет о своей невиновности. Утверждает, что всю ответственность за произошедшее несут чиновники Одесской мэрии, в частности, Управление капитального строительства и Департамента образования. К слову, никому из сотрудников этих ведомств подозрения объявлено так и не было, хотя расследование в их отношении продолжается. Саркисян, узнав о том, что проведет в СИЗО еще минимум 2 месяца, объявил голодовку.